И сегодня мы, конечно, подарим свое внимание замечательному творческому коллективу, ансамблю «Регинушка», который в этом году отмечает 40-летний юбилей. Наши поздравления и теплое пожелание прозвучат для всех участниц этого творческого коллектива и его руководителя Колабиной Тамары Ивановны. Хочется сказать огромное спасибо участникам нашего ансамбля, в первую очередь, за их терпение, за их мужество, за их творческую работу. Потому что кто не стоял на сцене, тот не знает, что значит выйти на сцену, не только постоять, но что-то сделать. Так что огромное им спасибо. От всего сердца, во-первых, поздравляю вас с праздником мудрости и добра. Спасибо вам за ваш вклад в развитие родного села и в развитие Богородского района. Спасибо за ваш многолетний добросовестный труд. Благодарность вручается коллективу ансамбля «Регинушка», руководитель Тамара Ивановна Колабина, за сохранение народных, культурных, песенных традиций и в связи с 40-летием со дня образования коллектива. И гости села. Поздравляю старшее поколение вашего села с праздником мудрости и опыта. В жизни каждого из вас, как в природе, есть четыре времени года. Зима – белоснежное детство, весна – говорливая юность, лето – буйный рассвет сил и золотая осень – богатая и мудрая. Пусть ваша жизненная золотая осень дарит нам всем мудрость души, богатство жизненного опыта и неувядающую теплоту ваших сердец. Сегодня у нас двойной повод для встречи. И мне, как руководителю культурно-досуговых учреждений района, особенно приятно и трепетно поздравить с юбилейной датой ансамбля ветеранов «Регинушка». Мы гордимся, что в районе есть коллектив с 40-летней историей, где свято чтятся традиции ухтымской земли и района в целом, где опыт и умения передаются из поколения в поколение. Нам не нужны богатства неземные, нам ничего заморские края. Не променяем мы свою Россию ни на какие братцы Кремля, а нам для Yeah.
рекой непорода, за рекою туманы, за холодным туманом. Благодарным слушателям.